Поехали? Куда ты поехали? По-моему. Надо бы помочь. Он разбился, я тебе помню. Как он его лечит? Он выезжал? Он выезжал, что? Да, что-то не заметил. Что? Включи его. Да, я вот тоже. Все. Слушай, осторожно. Сейчас она хуя пропускаем, смотри. Леша, смотри, да что давай. Хуя там. Леша, мы не один. Пол, просто в пол. Леша, пол, пол, мы не пол. До конца в пол. Смотри, бля, уйди нахуй с себя. Дай бог тебе. Леша, уходи нахуй. Леша, тормози нахуй. Включай аварийку. И становись посреди трассы. Я твое мнение. Леша, Леша, бля. Опять же ту же лиску могу я захватить, что будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Ебать, брат! Пидорас ебаный, блять, а! Твою мать, скорую! Да может скорую не надо там? Нужно... Надо, надо, давай. Бляха, муха. Твою мать! Пойдем, че? Вот и шаг нихуя! Это что это он? Тихо, тихо. Ну куда ж ты едешь? А что это у меня хуй? Сущего. Что значило стать врагом сущего и какая за это должна последовать расплата, большинство представляло себе довольно-таки смутно. Зато каждый превосходно знал, что врагов, хранителя храмовых врат, постигала незамедлительная кара.
хорошо. Ну ты, блядь! Сука!